На трассе «Казачий дозор» в деревне Горки прошли соревнования по автокроссу в рамках чемпионата и первенства Москвы и Московской области «Крамар Моторспорт». В Ленинский округ приехали более 50 гонщиков из разных регионов страны. Автокросс – это, наверное, одна из самых зрелищных автодисциплин. Почему? Потому что у нас одновременный старт. Да? И сразу и достаточно короткая дистанция, где-то там 5-6 кругов, то есть это, ну, соответственно, 6-7 километров. И все эти 6-7 километров зритель, это где-то заезд, значит, длится 6-7 минут, и все эти 6-7 минут зритель в таком весь в волнении, весь в напряжении. После квалификационных заездов начались зачетные гонки, по результатам которых участникам насчитывались очки. Затем подсчитывалась сумма баллов и определялись победители. В автокроссе принимали участие спортсмены разных возрастов. Самому юному пилоту всего 9 лет, а самому опытному за 60. Никита Кравченко приехал на соревнования из подмосковной Балашихи. Вообще готовились, видимо, не очень хорошо, потому что у нас уже оторвалось колесо на квалификации. Но рассчитываем сейчас починить машину как можно быстрее. Едет вот механик мой, привезет все нужные недостающие запчасти, которые мы успешно потеряли, и опять продолжим свое участие. Автокросс – это увлечение настоящих энтузиастов своего дела. Стоит отметить, что гонки – довольно недешевое занятие. А значит, требует не только большого вложения сил, но и средств. Однако любителей скорости это не останавливает. Когда ходил еще, наверное, в детский садик. У меня папа занимался этим видом спорта. И когда я приходил из детского садика, в гараже стоял вот такой вот болид. А в детстве, сами знаете, мальчишки любят машинки. А у меня такая машинка стояла уже в гараже. То есть я из детского сада сразу туда за руль прыгал. И было воображение, что я уже как бы пилот Формулы-1, скажем так. Во время жесткой борьбы на трассе периодически случаются столкновения, но все гонщики, несмотря на эмоции, придерживаются честного соперничества и действуют с уважением друг к другу. Были зарубы, но, естественно, мстить никто не собирается никому. Вот. Просто хочется победить и все, доказать себе и всем остальным. Все победители и призеры по итогам гоночного дня получили заслуженные кубки. Следующий этап соревнований пройдет 5 августа в Химках. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, «Видное ТВ».